преддверии майских праздников судебные приставы предупреждают, путешествие за границу может быть отменено из-за долгов. Одна из мер принудительного взыскания – ограничение права выезда за рубеж. В числе невыездных только в 2019-м оказались больше 11 тысяч жителей региона. Чтобы наличие долгов не стало препятствием на пути к отпуску, необходимо проверить свой долговой статус через онлайн-сервис «Банк исполнительных производств». В аэропорту обещания и увещевания слушать никто не будет, развернут без лишних разговоров. Пороговая сумма для вынесения данного ограничения составляет 30 тысяч рублей. По алиментам обязательно снижена до 10 тысяч рублей. Но хочу немного сказать о том, что если в течение 2 месяцев должник не приступил к исполнению решения суда или иного органа, то может быть вынесена и сумма до 10 тысяч, сниженное ограничение будет действовать.